Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами свяжем быструю майку без маеты. Вязать майку будем на вот эту модель. Нам нужны две мерки для начала. Мерка ширины. Измеряем. Ну, смотрите, если по груди, то будет очень свободно в талии. Если по талии, будет очень натянуто в груди. Поэтому возьму среднюю мерку. Талия у меня 30, 31, а по груди 40. Берем 36. Вот. Или 30. Ну, 36. Пускай будет натянуто. Так, ширина изделия 36. Длина изделия. Длина изделия определяется от подмышки где-то и какой длины мы хотим. Пускай будет там, не знаю, 13 сантиметров. Длинную делать не буду. Длина изделия 13. То есть это прямоугольник. Снизу у нас будет планочка, сверху планочка и лямки. Размер лямок определяем бумажкой. То есть мы бумажкой или лентой определяемся, где мы хотим делать лямки. Сделать это надо заранее, потому что у нас будет вязана эта лямка сразу, целиком. То есть я определяюсь. Ну, похожая майка, поэтому по ней и будем измерять. Через плечо и сюда. 10 сантиметров, не больше. Лямка. 10 сантиметров. Причем она должна будет немножко с натяжкой быть. Ну, так сойдет. Так, дальше. Определяемся с размерами, куда мы будем крепить нашу лямку. Потому что сейчас я сразу все рисую и одним махом мы с вами вяжем это полотно. У нас середина изделия. И от середины до начала лямки. В принципе, вот эта майка меня устроит полностью. Она очень похожа на то, что мы будем вязать. Поэтому беру середина, если здесь вот середина, где-то 4 сантиметра от середины. Так, рисуем. Середина 4. Лямка у меня будет где-то 1,5 сантиметра. 1,5 рисую. И до следующей лямки, сколько у меня здесь получается сантиметров? Сантиметров 9. Сейчас я буду все это корректировать. Следующие 1,5 сама лямка. И вот лямки до конца тоже где-то 4 сантиметра. Сейчас будем корректировать и смотреть, что у нас получается с мерками. Потому что вот это половина моего изделия. 4,5 на лямку, 9,5 и 4. Смотрим, сколько это реально сантиметров. 4 плюс 1,5 плюс 9 плюс 1,5 и плюс 4. Это 20. У меня ширина 36. Значит, 36 делить на 2. Здесь должно быть 18 сантиметров. Ну, что я могу сделать? Я могу сделать поменьше на спину, поуже туда. То есть получается, так, 2 сантиметра мне надо убрать, да? 4 попереду пусть остается, 1 сантиметр уберу из подмышки и 1 сантиметр уберу сзади. Получается у меня расклад такой. Это полностью мое изделие. Это середина. Так, я не нарисовала. Давайте заново нарисую. Будет все гораздо понятнее, откуда что берется. Итак, у нас есть изделие, как мы посчитали, 36 и 13. Мы вяжем прямоугольник. Вот здесь вот 36, вот здесь 13. Это всем понятно. В том числе 2 подгиба. В том числе вот середина изделия, шов на спинке.
И относительно середины мы распределяем вот эти вот мои мерочки. То, что я с куклы сейчас сняла. 4, вот здесь вот, 4 сантиметра. Мы крепим лямку. Дальше на 1 меньше 8 сантиметров. И мы эту лямку прикрепляем вот к этому же месту. И остается 3 сантиметра. То же самое делаем с другой стороны. Сейчас, так, и здесь 1,5 примерно. Лямка широкая. Смотрю, что получается. 3 плюс 1,5 плюс 8 плюс 1,5 плюс 4. 18. 36 как раз у нас сантиметров. Это полное. 18 и 18. Моя задача распределить лямку. Все. Вот. И делать это надо на модели. Не на глаз, потому что фигура у всех разная и не получится вот так вот на глазок сделать. Это сделали. Рассчитываем лямку. Лямка у нас получается 1,5, но она двойная. Получается 3 сантиметра на 10. И рассчитываем наше изделие. Поскольку у меня есть петельная проба, три петли, 5 рядов. Это в одном сантиметре. Начинаем быстренько считать, что у нас получается с вязанием. 36 умножить на 3. 108 петель. 13 умножить на 5. 65 рядов. Ну, пускай будет 70. По 10 рядов мы будем делать каждую полосатую сделаем. По 10 рядов. Дальше. 10 это у меня петли на 3. 30 петель и 3 и 3D 5 15 рядов. Это 2 лямочки. Делим на полоски. Получается, что у меня по 10 рядов каждого цвета. 7 цветов, 7 полос. Причем первое и последнее это подгибы. Первый подгиб у меня будет 10 умножить на 2 и последний 10 умножить на 2, потому что двойной подгиб. И 5 полос по 10 рядов идут простой кулиркой. В общем-то ничего сложного. Самое интересное у нас будет, когда мы провяжем последнюю часть, подгиб верхний. Но для этого у нас уже должны быть готовые лямки. Итак, идем, подбираем пряжу. Вяжем лямки и быстренько сейчас соберем с вами маечку без меты. Сначала вяжем лямочку. Вот одну лямку я связала. Сейчас вяжу вторую. Беру со вспомогательной нити, потому что у меня машинка с нитеводом. Здесь мы вяжем таким образом. Набрала нужное количество петель, как мы с вами посчитали. И мне нужно 30, но я взяла не 30, а 27 петель. И так, 3, 27, вот так. 27 петель и буду провязывать 15 рядов рабочей нитью. Сейчас начинаю со вспомогательной. Держу ее рукой, потому что мне лениво нитевод ее продевать. Так, и провязываю сейчас несколько рядочков вспомогательной ниткой. Потом провязываю ряд катушки для того, чтобы были хорошие открытые петли. И так. Можно уже надевать последний ряд. Провяжу сейчас и надеваю оттяжку. Подвинку. Надели гребенку. Все, теперь вспомогательной ниткой закончили. Беру катушку. Один ряд. Видите, я не привязываю ничего к струбцинам. У меня струбцины свои, такие вот, которые держат у меня ниточку. И за счет этого идет провязывание. И плюс к этому я рукой использую руку в качестве нитевода для провязывания отдельных рядов, потому что уж очень скучно брать и каждый раз переставлять эти нитки в нитеводы, в усы. Так, завязала
катушку и рабочую нитку. На одну струбцину деваю нитеводитель, плотность рабочая стоит, ставлю счетчик и провязываю 15 рядов. Раз. Так, наоборот. Брус на гребенку. Раз. Для хорошей петли, потому что они сейчас будут нужны. И еще 15. Всего 15 рядов. Вот они. 15 рядов. Достаю чуть-чуть иглы из своего рабочего положения, немножко двигаю вперед, снимаю все утяжелители. Снимаю груз, он мне будет сейчас только мешать. Беру шильце и надеваю открытые петли, которые вот здесь вот разделяются контрастной катушечной на иголке. Нитка тоненькая, поэтому надо очень внимательно смотреть. Очень тонкая нитка. Так, раз петля и поехали. Вот они все петли видны. Между катушками. Мне приходится присматриваться. Ну, если бы не разделять катушечной ниткой, вообще было бы ничего не видно. Это простейший подгиб мы сейчас с вами выполняем. В общем-то, так мы его и будем делать и на основном изделии тоже. Будем делать то же самое, когда сейчас начнем уже вязать нашу майку. Вяжем ее быстренько из разноцветных ниток, чтобы она была веселая, позитивная. Все-таки это летняя вещь, она не должна быть мрачной. Так, вот, так, сейчас переодеваем, переносим петли на иглы. Идеально, когда контрастная, когда катушечная нитка контрастна и к основному вязанию, и к вспомогательному. Рабочую нитку вынимаю из нитеводителя. Крючок и обычной косичкой закрываю. Прямо по катушке, прямо по вспомогательной нитке. Все вместе. Только закрою, убираю катушечную, и у меня получается абсолютно чистый подгиб.
отрезали, сняли. Вот лямка. Теперь шильцем, декером, неважно чем, подцепить катушечную нитку, поскольку мы ничего здесь не завязывали, она ничем не закреплена. Чем мне нравится? Нравятся мои струбцины. Потому что ничего не нужно завязывать. Вот вытащила катушку, оторвалась вспомогательная нитка, и все. Абсолютно чистый подгиб, чистая планочка. Выравниваем серединку. Все. Две лямки готовы. Вот они, одинаковые. И начинаем вязание основного полотна. Итак, как мы будем вязать? У меня 108 петель. 50 и 50. Раз, два. 4 и 4, да. Вот чуть не просчиталось. Так, 108. Это 54, 54. И точно так же беру вспомогательной ниткой, делаю набор, потом один ряд катушечный и начинаю вязать по 10 рядов. У меня получается 7 полос. Первая полоса будет являться подгибом. Подгиб тоже делаю 10 рядов, не буду большой. И последний подгиб 10 рядов. То есть каждая полоса будет 10 рядов. Несколько цветов, желательно ярких, контрастных. И вяжем нашу майку вот таким вот хитрым способом. 108 петель, вспомогательная нитка, катушечная и 20 рядов основной. 20, потому что у меня снизу идет подгиб. 10 рядов первого цвета является подгибом, поэтому 20 рядов провязали. Убираю грузики пока и надеваю струбцины тоже. Надеваю полотно на иголки. Потом на вспомогательную нитку надену обратно грузы, потому что они должны все-таки оттягивать мне полотно. И будем вязать дальше. Пока соединяю подгиб. И провязываю по 10. Ой-ой-ой, самое главное, чтобы ничего не слетело при этом. Надо подальше отодвинуть. Потому что очень такие скользкие нитки, это не шерсть, это хлопок, который только и мечтает, как слететь. Вот две петли уже пытались убежать. Поэтому их надо ловить, посадить обратно и немножко выдвинуть иголки подальше. Так, соединяем подгиб. И вяжем оставшуюся длину до лямок. У нас ничего неожиданного не предвидится при вязании этой майки. То есть мы вяжем прямое полотно, все в виде прямоугольника, просто делаем разноцветные полоски. У меня вязание из ириса, и есть несколько ярких ниток, катушек, и ими я и пользуюсь. Потому что топик, майка, топик, называйте как хотите, все-таки вещь яркая. И для того, чтобы смотрелось совсем нарядно, по-летнему, лучше добавлять какие-то еще дополнительные цвета. Сейчас это переодеваю. До конца ряд. И провязываю следующими цветами. У меня есть несколько цветов. Ой, кольца. Шустрые нитки. Зеленый я провязала. Фиолетовая, бежевая, бордовая, голубая. Потом пойдет бежевая. Зеленая, бежевая, бордовая, голубая, потом опять пойдет бордовая, бежевая и зеленая. Вот таким вот образом я провяжу мою
майку до последнего зеленого я провязываю сколько 6 полос. То есть сейчас я соединила и плюс к этому провязываю еще 6 полос разными цветами. Остановлюсь, когда у меня пойдет последняя отделочная полоса, последний подгиб. Провязали, это моя кофточка. Берем наш расчет. У меня расчет был в сантиметрах, мы его переделали на петли. То есть умножила сантиметр, который у нас наверху, на петельную пробу. 3×3 – 6. Но учитывая, что 1,5 – это 4,5, вот две половинки раскидали направо-налево, и получилось. Сначала у меня 7 петель, потом 4 на лямку, 25, 4 на лямку и 14 на между передом и первой и второй лямочкой. Итак, нахожу вот эти вот 4 и 4. 7 с краю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот они 4. Дальше 25. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 20. И 1, 2, 3, 4, 5. Вот. 4. Здесь должно остаться 14 от нуля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все четко. Вот на эти две. Так, так, так. Вот на эти две части я должна навесить лямочку. Но мне не растянуть ее. Поэтому даже не буду задумываться. Сокращаю. Так, вот. Вот так могу, так не могу. Значит, 2 сюда, 2 туда. 2 сюда, 2 сюда. Смотрю на эту пару. Смогу растянуть. Ну, в принципе, вот так вот смогу. Но что мне лучше? Мне лучше убрать вот сюда еще. Видите, проблема в том, что у нас цельновязанное изделие. Вот так вот я смогу уже растянуть мои полотна. Значит, так и оставляю. Мне... Так, эти четырехугольные сюда и сюда. Так, у меня... Поскольку парные изделия точно такие же иглы, я сейчас выставляю со второй стороны. Что здесь у меня получается? 20. Это вот эти вот. И здесь 1, 2, 3, 4 с половиной. 1, 2, 3, 4 с половиной. 1, 2, 3, 4. Проверяю, что все симметрично. Вот они. Да. Вот. Все симметрично. У меня по меткам на машине я вижу. И начинаю надевать лямочки. Надевание у меня происходит вот таким вот способом. Поскольку подгиб у меня идет... То есть лицо у меня идет там. Подгиб я загну сюда. И у меня верхняя часть сама по себе... Окажется уже с лямкой, уже готовая. Но для того, чтобы мне его надеть, я же не сюда надеваю, чтобы внутрь попало. Мне нужно надеть на часть, которая находится у машинки. Часть у машинки, то есть вот, вот тут, между полотнами. Поэтому давайте, чтобы не забыть, где у меня что, я отмечаю 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И вот эти вот части точно так же. Все, я отметила эти иголки. Теперь они у меня не потеряются. Расправьте немножко краешки. И определяемся, в какую сторону у меня пойдет шов. Его можно убрать внутрь, а можно оставить и снаружи. Он очень симпатично смотрится. И что я делаю? Снимаю петли и могу навесить на соседнюю иголку. Вот так вот. Чтобы оно не потерялось. Дальше. Небольшое усилие с моей стороны потребуется. Так, делаю на внешнюю часть. Завожу внутрь. И надеваю на иглы. Может быть, не очень хорошо видно, но показать ближе уже я, наверное, не смогу. Вот на эти 4 иголки моя задача надеть... лямку, так, чтобы не мешали эти нитки.
очень осторожно, очень спокойно, не торопясь. Тут не слетели у нас никакие иголки и петли. Да, протяжечку не надо утяжелять. Надели. Возвращайте обратно петли. С этим справились. Делаем то же самое с другой стороны. Только вот эта вот часть у меня загибается. Очень осторожно ее загибайте и доводите. С той стороны очень осторожно. Не могу сказать, что прям удовольствие доставляет подобную работу. Потому что так. Главное не перекрутить ничего. Но ничего страшного и очень сложного тут тоже нету. Ой. Раз. Два. Можно поддержать крючком. На машинке с ручной прокладкой делать это несколько проще. Но учитывая, что это операция такая одноразовая, что называется, один раз делали и все. Можно и постараться. Так, возвращаем обратно петли. То же самое делаем с другой стороны. Лямки надеты. Останется только провязать вторую часть и соединить подгиб. Вот то, что мы с вами должны сделать. Вообще не надо больше думать и гадать, как это все пришивается. Все уже пришито. Берем вторую часть. У нас шов идет наружу. Осторожно. Раз, два, три, четыре. Берем. Ставим соседям подержать наши петли. Можно начинать изнутри. Можно начинать снаружи. Так. Идет в эту сторону, спокойненько надеваете.
вычесть. Возвращаем обратно петли. Эта часть готова. И последняя. Так, смотрю, чтобы ничего не перекосило. Чтобы именно так и надеть на иголки. Осторожно, аккуратно. Ой. Грузик царапает руки. Практически закончили. Это самое сложное, что есть в этой майке. Это нацепить лямки. Возвращаем обратно петли. Все. Все сделали. И довязываем еще 10 рядов. Потому что мне нужна вторая часть подгиба. Очень осторожно первый ряд. Провязали. Все вот эти лохмотья, которые у нас образовались, они ушли внутрь. Видите? Они изогнутся сюда. Поэтому если у вас что-то лохматое получилось, ничего страшного, оно ушло внутрь. И теперь прекрасно будет смотреться снаружи. Эти части еще раз поставьте в переднее положение, чтобы машинке легче было провязать. И вяжем еще 9 рядов. 2. 9. Так, 79. Так, 80. Все, мы провязали 80 рядов. У меня внутри, видите, вот они, красные пятна. Это и есть надетые нами лямки. Мне осталось только все это соединить. Соединять буду точно так же, как мы делали это на лямочках. Оставляю иглы так, чтобы они... чтобы петли не хотели слететь. Убираю тяжелый груз. Гребенка достаточно тяжелая. Она мне все это будет оттягивать. Убираю крабиков. И все грузики сняли. Берем, надеваем на иголки. Петли из нижнего ряда, видите, вот их отлично видно, то что разделяет ряды. Вот эти вот рисочки мы и надеваем на иглы машины. Задача всего лишь закрыть, и можно сшивать боковой шов. Тут боковой, задний, у нас шов сзади. Вопрос в том, как вы хотите сделать. Хотите, чтобы у нас лицевой стороной была изнанка. Такой тоже может быть. Изнаночная часть, сторону, кстати, очень многие любят. Тогда мы будем оформлять нашу майку красивым швом. Можно на изнанку, можно на лицо. К
Кстати, вот таким вот красивым швом можно оформить и задний шов, так красиво, как мы сейчас будем оформлять. И таким образом у вас получается выворотная майка. Ее можно надевать и с лица, и с изнанки. Она будет везде смотреться одинаково. Сейчас мы надеваем все петли. И будем соединять полотна через украшение нашего шва. Мы его сделаем очень объемным. Надевайте до конца весь ряд. И теперь для того, чтобы у нас был красивый шов, берем контрастную нитку. У меня бежевый, зеленый. Я беру бордовый. Закрывать буду зеленым, но бордовым буду делать обвивы. И беру, обвиваю наши иголки. Одна иголка, две иголки, три иголки. И вот таким образом, обвивая по три иголки, двигаемся к противоположному краю. Каждый раз я обвиваю три иголки. Когда я дохожу до краю, у меня идет, обвила две иголки, три иголки, две иголки, одну иголку. То есть у меня идет такой мощный обвив. Ну, учитывая, что ниточки толстые, тут получается не очень мощно. Можно делать и по 4 иглы. Тогда будет потолще. Но наша задача не утолщить максимально, а сделать симпатичный шов. После того, как я все это обовью, мы просто закроем петли косичкой. Вязать больше ничего не будем. Поэтому не бойтесь утолщений, провязывать нам не придется. До конца. Вынимаем нитку из нитеводителя, зеленую. Ослабляем ее. Так, главное, чтобы ничего не путалось. Берем крючок. И закрываем. Главное не скинуть красную нитку, потому что она вся в обвивах. И если вы эти обвивы сбросите, их придется восстанавливать. Иначе будет очень заметный брак. До конца закрываете. У вас получается косичка в обрамлении, подобие кружева, очень воздушных петель. В управлении воздушных петель, вот так и скажем. Такой вот очень интересный способ. Закрыли до конца, и, собственно, это вязание наше закончено. После того, как мы заканчиваем, снимаем вспомогательные нитки и зашиваем задний шов. Вот точно таким же способом. Надеваем на машину наши полотна, обходим их красной ниткой. И закрываем косичкой. Можно зеленый, можно какой-то еще. Там уже на ваш выбор. До конца закрываете и буду смотреть, что у нас получается. Наша майка. Вот такой вот у нее вид. Теперь ей надо дать отлежаться, потому что хлопок очень чувствителен к деформации, она была сильно перетянута в ширину. Сейчас этой майке надо отлежаться, она вытянется в длину, примет нормальную свою форму. Ее сшиваем по заднему шву, точно так же, как мы сшивали вот этот шовчик. Видите, какая красота получилась. Очень интересный, необычный способ. Такое вот соединение в обрамлении кружева. Вот это тот способ, который я вам сейчас показала. Вот наши лямки.
Сейчас, конечно, все это надо подтянуть, потому что все нитки болтаются. Нитки завязать, нитки убрать. Вот лямка ввязанная прямо в подгиб. Все, ничего делать не надо, оно все вшито. И дали отлежаться. Соединили лицом к лицу и по внешней части, и по краешку. Надеваете, совмещая, естественно, полоски на машинку, на иголке наше полотно. Точно так же обходите красным, делая обвивы, и закрываете косичку. У вас получается абсолютно выворотное изделие. То есть его можно носить и с лица, где у нас никакого шва нету, никаких соединений, и с изнанки, где у нас будет два вот таких красивых места соединения по верхней части и по спине. Спина будет тоже иметь вот такую вот отделку. Это как вариант. Можете просто закрыть петли, сшить спинку, и у вас получится изделие, которое мы можем надевать только с одной стороны. Вот наша майка. Вот так вот она выглядит с готовыми лямочками. Вот так вот она выглядит на центральный размер. Вот то, что мы с вами хотели, то у нас и получилось.